Еще в начале прошлого месяца в Китае была зарегистрирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. Позже медики определили этот тип новым коронавирусом. С тех пор в КНР начало расти количество заразившихся данной болезнью. На сегодня их число достигло свыше 75 тысяч человек. В Кыргызстане же нет ни одного случая заражения данной инфекцией. А для недопущения завоза коронавируса в страну все госорганы работают в усиленном режиме. Создан республиканский штаб. Республиканский штаб возглавляет сам премьер-министр Мухаммедъяли Дюшекович Абылгазиев. У него есть сегодня три зама. Один вице-премьер, второй зам министр здравоохранения, сейчас третий зам будет министр экономики. И сюда включены все представители наших министерств, комитетов и представители семи областей. В каждой области создан тоже оперативный штаб, между ними образована схема оповещения, и все они в согласованном режиме работают. К сожалению, число погибших от коронавируса на сегодня превысило 2000 человек, из них вне Китая 3 человека. Вылечиться удалось 16 тысячам человек. Тяжелое острое респираторное заболевание, вызываемое новым коронавирусом, относится к вирусным инфекциям. Известно 40 видов, из них только 7 могут поражать человека. В нашей стране ныне имеется все необходимое для выявления данной болезни. На сегодняшний момент мы обеспечены всеми оборудованиями, тест-системами для определения нового типа коронавируса. При помощи поддержки Российской Федерации мы приобрели новые тест-системы для определения нового типа коронавируса и сегодня проводим все необходимые исследования. Это исследование проводится с помощью метода ПЦР, так называемая полимеразная цепная реакция, молекулярная диагностика. В течение 3-4 часов мы выдаем результаты. В соответствии с руководством Всемирной организации здравоохранения, все граждане, прибывающие в Кыргызстан, проходят термометрию и лабораторное исследование образцов из верхних дыхательных путей, а некоторые пограничные пункты временно закрыты. Все пункты пропуска, которые расположены на кыргызско-китайской государственной границе, в частности, это Иркиштам, Торугард, временно закрыты. А также Манас, Урумчи авиалинии тоже временно приостановлены. В связи со вспышкой коронавируса в Китайской Народной Республике пункт пропуска через государственные границы Государственной пограничной службы Кыргызской Республики в рамках своей компетенции принимает все меры по недопущению проникновения вируса на территорию Кыргызской Республики. Пограничные ведомства оказывают всяческие содействия всем государственным органам выявления и профилактики вируса пунктопропуска через государственные границы Кыргызской Республики. Медицинское наблюдение и своевременные лабораторные анализы позволяют выявить лиц с признаками заболевания и вовремя госпитализировать на лечение. Проводится осмотр прибывающих с КНР согласно разработанному алгоритму действий. В зависимости от наличия или отсутствия клинических проявлений устанавливается медицинское наблюдение по месту жительства или в организованных обсерваториях, а некоторые размещаются в изоляторах организации здравоохранения. Айзада Урумбаева, Эмиль Талайбекулу, «Пирамида».